Сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми в МВД Украины в Запорожской области, была получена оперативная информация о деятельности борделя в Жовтневом районе города Запорожья. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий было установлено, что незаконный бизнес организовали двое 32-летних жителей областного центра. В штат борделя, помимо семерых путан, входила девушка-оператор, принимавшая заказы, и вооруженный охранник, обеспечивавший процесс. В рамках уголовного производства, открытого по части 4 статьи 303 Уголовного кодекса Украины «Сутенерство и вовлечение к занятиям проституцией», в ночь на 5 октября сотрудниками милиции были проведены санкционированные обыска в квартирах организаторов, а также непосредственно в квартире, где оказывались интимные услуги. В ходе обысков правоохранителями были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые использовались для организации секс-услуг, ноутбуки с анкетами и фотографиями девушек для рекламы борделя в глобальной сети интернет.